Приветствую всех, кто любит готовить на моем канале. Я Надя, очень рада, что вы со мной. Спасибо, что вы меня смотрите. И сегодня я решила с вами приготовить свой один из любимых рецептов. Это такая запеченная картошка с лососем. Я буду рада, если вам будет вкусно. И поехали! Картофель помыть и отварить до полуготовности в соленой воде приблизительно минут 30. Слить воду и сваренному картофелю дать полностью остыть. Пока картофель остывает, я мелко нарезаю укроп, зеленый перец и натираю сыр. В чашку ложу яйца, сливки, соль, половину зеленого перца и сыр. Всю эту массу взбиваю. Нагреваю сковородку и жарю в ней под постоянным помешиванием кремистую яичницу. По окончаниям посыпать укроп на яйца. Картошку очищаю от кожуры, делаю каждую вдоль на две половинки и вынимаю с каждой половинки немного мякоти, так чтобы можно было фаршировать ее яйцами. Запекаю фаршированный картофель в прогретой духовке на 160 градусов примерно 10 минут. В сковородке растопить масло и в нем слегка поджарить сухари. Масло с сухарями равномерно распределить на картошку.
лосось порезать на кусочки и поместить тоже наверх фаршированной картошки. Можно еще украсить укропом или зеленым перцем. Итак, ребята, моя картошка с лососем готова. Я уже очень рада его попробовать. Давайте будем пробовать вместе. Ой, очень уже хорошо. Ой, как будет вкусно. Но лучше бы надо было взять все-таки нож. Правда. Очень вкусно. Если вы делаете на Пасху такой бранч, ну это завтрак, который переходит в обед, то, пожалуйста, поставьте это своим гостям, и они будут рады. Если вам понравилось, ставьте лайки. И я рада, что вы были со мной. И до следующего раза.